Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Мы продолжаем работать со сложными бровями, и сегодня я покажу осветление бровей, таких, которых я никогда в жизни не видела за 15 лет своей работы. Ну что, поехали? Исходник очень плотный, жесткий, кучерявый, длинные брови, плюс еще и перещипанные. Наша задача сделать их светлее и уложить в форму. Первым этапом я буду делать ламинирование. Ламинирование буду выполнять составами Lash Curl Lab для ресниц, но не буду закрывать их пленкой, потому что если я буду закрывать пленкой и вытягивать волос, у меня вместо бровей просто будет вторая челка. Нанесли первый состав. Я первый состав даже наношу без скин-протектора, потому что у меня состав невозможно нанести даже на кожу. То есть он наносится только на волосы. Далее наношу уже скин-протектор и второй состав для того, чтобы выгладить волосы и хотя бы понять, в какую форму он у меня будет выкладываться. После ламинирования делаю осветление. Для того, чтобы была меньше травматизация, я добавляю в пудру Lashplex. Выдерживаю буквально несколько минут, так как волос натуральный, меланин уходит достаточно быстро, и волос светлеет на глазах. Ну и сейчас самый длительный этап – коррекция. Коррекцию выполняла 40 минут, хотя ее можно было делать еще и до завтра, потому что всегда есть в данных бровях что откорректировать. Кроме коррекции сверху и снизу, я также брови проредила. В конце обязательно наносим уходовые средства Color Fix и Lashplex, наносим гель и клиенту объясняем, как ухаживать за бровями, что в любом случае их нужно укладывать гелем и как часто нужно приходить на повторную процедуру. Желательно каждые 2 недели. Надеюсь, видео для вас было полезно. Пишите обязательно комментарии. Всем пока!